Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем. И сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений для пресса. Сделать ваш живот плоским и красивым, я вам гарантирую. Очень простой комплекс упражнений, все что нужно, включать это видео вместе со мной и заниматься вместе со мной. Не понадобится никакой инвентарь. Поехали! Так, мы переехали с баскетбольного поля на футбольное поле и продолжаем заниматься. Значит, следующее упражнение, ложимся на пол. И будем делать бег с высоким поднятием колена, лежа на спине. Выглядит это будет вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем 20 раз. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Стараемся выполнить все упражнения без перерыва. Следующее упражнение. Ножнички ногами. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы! Затем делаем ноги вместе, ноги врозь на земле. Раз, два, три, четыре, пять. Чувствуем, как напрягается пресс. 6. 7, 8, 9, 10. Молодцы. Переходим к следующим упражнениям. Становимся вот в такую позицию. Одна рука за голову. Будем дотрагиваться коленом до локтя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Это упражнение также очень хорошо для нижней части спины. Так, поменяли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Молодцы. Следующее упражнение будет довольно непростое. Становимся колени, ногу и руку выпрямляем и будем дотрагиваться до колена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательное упражнение для боковых мышц пресса. 9, 10. Молодцы. Меняли сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер! Следующее упражнение. Становимся в позицию упор лежа. Будем поднимать руку спином. Раз, два. Делаем 10 раз. Раз, два, два. Раз, два, три. Раз, два, четыре. Раз, два, пять. Раз, два, шесть. Удерживаем баланс. Раз, два, семь. Раз, два, восемь. Раз, два, девять. Раз, два, десять. И последнее упражнение. Снова ложимся на спину. Будем делать маятник ногами. Поднимаем ноги вверх. Ноги должны быть прямыми. Раз. Два. Бедра отрываем от пола. Три. Кому еще пока трудно держать ноги прямыми, сгибаем ноги в коленях и отрываем бедра от пола. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодцы! Вот мы и закончили этот шикарный комплекс упражнений для пресса.
Советую вам делать несколько сетов этих упражнений в день. Тогда эффект от этих упражнений вырастет в разы. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артему Фитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока!